Угрозыск собрал комбинацию. Трио грабителей в машине с решетками увезли двоих. Их приятель томится в СИЗО с октября, но о нем позже. Сегодня пресс-служба полиции показала новые лица участников нападения на улице Бадаева. Один из них судим 13 раз за грабежи, кражи, наркотики, побои. В декабре 22-го на рассвете лихая троица вломилась в квартиру на улице Бадаева. Они отобрали у хозяина телефон, перевели себе 83 тысячи рублей и ушли. Первого задержали минувшей осенью. Он размахивал ножом перед носом прохожего в Парголово. Забрал цепочку и перстень. Цена им 12 тысяч. Сейчас он в Крестах. Туда же скоро могут привести и его приятелей лиходеев. Суд в ближайшее время изберет им меру пресечения.